Қазақстандық ММА шебері Жалғас Жұмағұлов Біріккен Араб Әмірлігінің Абу-Даби қаласына келіп жетті. Тура осы қалада орналасқан жауынгерлер аралында 11 шілде күні ол UFC-дегі дебютін өткізеді. Қарсыласы бразилиялық файтер Раулиан Пайва екендігін айтып өткен болатынбыз. Жалғас өз үшін әрі қазақ халқы үшін тарихи болғалы тұрған жекпе-жегіне елімізде дайындығын жүргізген болатын. Коронавирус пандемиясына байланысты ол ешқандай шет елге шығып оқу-жаттығу жиынын жасай алмады. Есесіне елде білікті мамандардың қырағы көзінің алдында шеберлігін пысықтады. Енді міне жекпе-жекке тура бір апта қалғанда Абу-Дабиге келіп отыр. Мұнда Жалғас бірден жаттығу жасай алмайды. Ол коронавирусқа тест тапсырды. Мұндай тесттер әлі де болатын көрінеді. Қазір Жако жалғыз өзі оқшаулану кезеңін өткізуде. Онымен бірге бұл сапарға жақын досы Сергей Морозов пен Османжан Қасымов бастаған екі жаттықтырушысы барды. Қатаң тәртіпке сай 48 сағат бойы жігіттер өз бөлмелерінен шықпай оқшаулану кезеңін өткізеді. Егер бәрі ойдағыдай болатын болса, ары қарай кездесуге 3 күн қалғанда жаттығу жұмыстарына кіріспек. Ал қазір назарларыңызға жігіттердің өздері жасаған күнделігін ұсынбақшымыз. Бұл үшін Арлан ММА Pro Team командасы мен NECA 78-ге алғысым зор болмақ. Тамашалаңыздар. Көрсетілім 1xbet қолдауымен шығарында. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 000 теңгеге дейін сыйақы ал. Соблюдены здесь, короче. Вот мечеть Шейх Зейда. Очень красивая мечеть. Местные настроения. Достопримечательности. Вот прибыли в город Абу-Даби. Русь! Мороз! Сейчас будем размещаться, проходить все проверки, тесты на корону. UFC. Yes, how are you doing? What do you see? You see, you see. Yeah. Your mask, you see? Thank you.
Мой паспорт у тебя? Руся? Мой паспорт у тебя, Руся? Я все отдал. Отдал, да? Делай, да? Вот такие вот гостиницы. Thank you. Thank you. Thank you. Здесь будут у нас брать анализы, закроют нас примерно на сутки до выяснения, имеется ли COVID или не имеется. Везде маски, везде антисептики, все меры предосторожности, короче, здесь каждому новая ручка закрытая. One more letter here for you about the hotel information. Anyway, we have it in different language, so Russian staff is okay with you. Mm-hmm. About the quarantine for the next 48 hours, yeah, and the fact that no one should be outside the room. The food order will be through this card. Mm-hmm. And if you need anything, just dial zero and we'll be more than happy to assist you. All right? Okay, thank you. What, tower A? Eight? One, no, five floors, six floors. У тебя какой номер для этого? Now we have to go to the test and then go back to the test. В этой гостинице нас будут содержать до того, как нас не проверят на COVID. После этого мы должны отправиться на остров. Вот тут сейчас будем проходить тестирование на COVID. Добро? О, окей. Не ударь меня, говорит. Походу больно, да? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну,
тебя там запасное это все ли вход? Что ты голову? UFC champion. Вот так она. Чисто продезинфицированная комната. Вот он уровень UFC. Да. Здесь мы будем находиться 2 дня. Вот он трек Формула-1. Все условия. Мороз. Что там, как? Ощущение? Ничего так себе, как бы мы один. Ты это ожидал, да, короче? Не удивлен. На самом деле, кофе аппарат, это ништяк. Вот тут мыльные-рыльные. Маски, все дела, короче. Что, прокатимся? Вот расписание. Вот тут есть, смотри, вот тут, иди сюда, я тебе что-то покажу. Вот это что-то съедобное здесь. Открой, да? Да, ты что, печеньки, что ли, да? Ну, такие есть. Да нету ни телефона, да? Тонь, научите нас заказывать еду в номер. Я? Ту бургер. Фо бургер. Я, Я. Алтаев Жумагулов, рум. Окей. Дринкс, бургер, все. Бигфут, Сильва. Бигфут. Вторая попытка заказать еду. Рашен, я. Мы сегодня, походу, не покушаем, да, у нас? Карантин, короче, по полной программе. Не покушаем.
дайте поесть, скажите. Водяная диета. Так сейчас вы выберите, скажите мне, кто что хочет, и я сразу же попрошу, чтобы вам было заказано. Так, пожалуйста. Не подскажете? Что протестируете? В течение 24 часов готовят, потом вас еще раз протестируют, и вы будете здесь в общей сложности 48 часов. Только вам обязательно... Это я только что на английском я объяснял. Ей маму с ней встречали, полчаса где-то угорали. Она такая веселая еще, молодец, мы же так газанули с ней. Вот мы нашли, короче, кто нам с английским поможет. Так. Sorry. Татьяна speaking. Lawrence, I'll call you back and with the guest right now, okay? Thank you. Так. На то посылка пришла. Как это хулиган. Пойдем жрать. И мы точно здесь бросим такой едой. Че, ты бургер заказывал, да? А что такое, братан? Короче, всем советую, учить английский, а то будете заказывать. Сами не знаете, что это, короче. Сами не поняли, что заказали. Два часа заказывали, два часа ждали. Да. Вот, Джако, теперь только так общаемся. Че, как карантин? А? Можно, думаешь? Ты сможешь, наверное, я бы, кажется, застрял. Ни минуты, короче, без спорта. Гена, вперед. Е-мое, вот он мой фанат лично. На то время это было дерзко, дерзкая ударка. Арстан же. М1 видел шорты? Пока сам не накидал им на английском. Завтрак не принесли, ё-моё. Аж на 3 завтрака принесли. На 2 человека.